Знакомьтесь, Александр де Сент-Аматус, энтузиаст технологии блокчейн. Учился Александр в университете Гриффит, Австралия, факультет криминологии. В 2016 году он поступил в университет Sunshine Coast, Австралия, и получил степень магистра делового администрирования по специальности банковское дело, корпоративное и финансовое право. В настоящее время Александр – руководитель консалтинговой фирмы по управлению предприятий JVE. Интересуясь изменениями и новыми технологиями, господин де Сент-Аматус увлеченно способствует росту организаций. Компания JVE интенсивно работает с клиентами, используя технологию блокчейн. Александр владеет тремя языками. Благодаря своей энергичности господин де Сент-Аматус играет важную роль в разработке бизнес-идей. Александр проводит на волонтерских основаниях консультации для начинающих бизнесменов в качестве благотворительности. Из увлечений выделяет чтение книг, особенно тех, которые пойдут на пользу в работе, а также прогуливаться, вдохновляясь природой.